Привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы играем в страшный хоррор. Начинаем. Вчера был мой день рождения, и я получил классный подарок от своих друзей. Ну, спасибочки, жутковато как-то вообще-то. Кстати, прорисовка нормальная. Мы идем сюда. Так. Привет, добро пожаловать в самый страшный квест. Будет жутко, но интересно, вы готовы? Конечно. Конечно, готов. А, да, маленький нюанс. Если вы не сможете выбраться, вы погибнете. Вот это норм вообще. Тогда подпишите согласие, а не разглашение тайны. Это что, труп? Стоп, мы так не договаривались. Походу, у нас какую-то заманиловку заманили. Жуть. Ребят, ну это конечно, жесть. Тут высокое напряжение. Тут мы должны, короче, осмотреться. Получается, да, какой-то код. Но мы пока не знаем его. Мы, получается, можем ко всему почти что подходить. Так, я думаю, тут скорее что-то полезное. Нужно найти способ скрыть его. Скрыть. Вот эти мы сейчас получается можем скрыть. Почему он не скрывается? Ладно. Так, что мы тут можем сделать? Тут мы ничего не можем сделать, понятно. Но мы можем же открыть вот этим фигнёй. Там нужен нож. Есть нож, тут типа вот нож. Но его походу нельзя брать. И вот нож. Я сейчас разберусь и вернусь к вам. И, ребята, что-то получилось. Вот я раздвинула, вот взяла нож. Сейчас мы должны справить с этим рюкзак. Да, вот, наконец-то. Это пистолет, я туда рукой не полезу. В смысле, туда ты что, офигел, что ли? А, ой, что это? А, он ее сжимает, эту куклу воду. Ну, получается, нам надо что-то еще найти. А чем мы туда можем полезть? Короче, ребятушки, я все видишь, что получить подсказку. Так, если на знаки вопроса. Какие знаки вопроса, я не понимаю. Почему так быстро все? Какие знаки вопроса? Что за дичь? А, вот, смотри. Я кликнула и что? Я поняла, ребята. Так, вот сюда. 16. Так, 16. 16. 40. 66. Я там буду скрыть видео подсказку. Это неправильно. Вы что, офигели? В смысле неправильно? Так, сейчас еще раз. 16, 40, 66. Ну вот, смотрите. 16. 16, 40. В смысле? 46. Получилось, офигеть. Да. Мы пришли в какую-то новую локацию. Сейчас все смотрим. Фу, ну его, меня сейчас вырвет. Нужно избавиться от этих мразей. Его, наверное, тошнит, что он так делает. Так, это получается аптечка. Так. О, господи. Судя по всему, я крупно вляпался. Дверь закрыта. Да ну и пес там, конечно. Да. О, господи. Так. Чего я могу это открыть? Ладно. Так. Так, паук. Лучше не трогать, может убить. Тут мне надо быстро. Ого. Вроде бы тут все сделали. Так, попробуем вот этим.
смысле? Что за фигня? Так, тут я все сделала. Я тупо сейчас... Ладно. Короче, это сюда надо вставлять. Сейчас что-то будет. А это не аптечка, это что-то вообще другое. А это мы что-то выделили сейчас. Какой-то яд для червей, что ли. Но они испарились. Так, что тут здесь? Так, тут доширак, что ли? Что это, я не знаю. Все вроде бы взяли. Нет. Окей. Тут мы все взяли. Вот это все надо еще сделать. Я опять купила подсказку, потому что я не понимаю, как здесь подсказок вообще, в принципе, играть в Астерикс. Как ее использовать. Ладно. Все, я вот я достала сейчас зажигалку, получается. Так, но мы можем вернуться еще сюда, обратно. То есть вот так. Нет, тут ничего не надо поджигать. Тут вроде бы тоже. Поэтому идем дальше. Дальше, да. Попробуем. Ого, ого. А, да, вот. Мы спалим паутину. А зачем мы это сделали? А, внутри что здесь? Какое-то послание. Тут написано help. Так, ребята, сейчас. Короче, мы написали help, и нам выпал ключ. Сейчас мы, короче, пробираемся в эту дверь. В смысле, я же ее открываю. Какая-то шизофрения, что она не открывается? Это, наверное, от вот этого фигни. Да, вот второй ключ. Ну сюда просто так нельзя лезть. Вот, да, вот мы выключили свет. И... Ой, я нажала 3 раза, и оно сломалось. Ну ладно, не важно. Наверное. Так, смотрите. У меня есть ключ, мы сейчас открываем. Фух. Ой, какой-то обосранный туалет. Извините, конечно. Ну, типа, они закрыты, да? Видите? Ого, смотри, там что-то рука. О, господи. Так, тут можно... А, вот еще есть вторая часть. Посмотрите, что в зеркале, когда это дело появляется. Ой. Страшно отнялся. Так, ага. Что это? Откуда ли вода льется? Не понимаю. Так, ладно. О, блин, ой. Подожди, неужели это просто? Так, вот эти, теперь мы вставляем сюда. Тут, кстати, эти банки с кровью так интересно и ровно лежат. Так, но они нам не нужны. Что это за лом какой-то? Ладно, так. Так, тут ничего не надо делать. Вот здесь мы должны сейчас перекрыть. Или нет? Я не знаю. У меня есть какие-то кусачки. Ладно, сейчас. Расскажу вам про прекраснейший канал Владислава Рукавицына. Здесь вы можете найти самые разнообразные обзоры с Алиэкспресса. Да, аккумулятор, например, как аккумуляторная автомойка, кружка с Алиэкспресса, аккумуляторная циркульная пила, гайковерт, обзор ушин с Алиэкспресс, перчатка для с Алиэкспресс для вычесывания шерсти, тепловизор, водонагреватель и еще много всего другого. Обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на него. Говорите в него в комментариях, что вы от меня.
Хочу вам еще сказать, что здесь вы сразу узнаете, как будет выглядеть товар. Да, как бы он вам все расскажет, покажет. И вы наглядно будете знать, что именно уже придет. Всем спасибо. Ребята, мы вернулись к нашему хоррору. Продолжаем. Очень странный, правда, хоррор. Скорее всего, будет много сюжетов по этому прохождению. И сейчас мы, походу, должны перекрыть эту воду. Чего не могу слышать подсказку? Пообъясните.